Всем привет! Сегодня обзорный набор LEGO Звездные войны Microfighter The Ghost, артикул которого 751.27 и рекомендованная розничная цена на тот момент. Блин, я не помню, сколько это Microfighter'ы стоили, но конкретно я свой взял за... Блин, тут цена написана 4075, то бишь в долларах это около 9 долларов, вот. Так, ну, приступим. Этот Microfighter старый. Третья серия. Тут был изображен сам Microfighter, три файтера. Еще такая старая олдовая инструкция уже, можно сказать. Сборка фигурки. Выиграем сборчик LEGO. Тут все Microfighter изображены. У меня еще есть... третья серия, у меня нет Microfighter. Но есть вот такой подобный. Написано, что можно коллаборации, так сказать, делать с ними. Все детали, собранный набор. Ну, в общем-то, все. Коробка она обычная. Правда, она немножко потрепана, но все равно рад, что у меня коробка есть такая старая. Набор полной комплектации. Так. Положим. Сама фигурка. Гера Синдула. Сериалы Повстанцы. Гена первый раз появилась. Бракованная партия. Сейчас сериал Асока. Вот такие вот у нее. Так, давайте начнем. У нее бластер. У нее форма одежды. Штанишки такие вот. Классненькие. На руках принтов нет. Принт сзади. Вот ее отростки. Блин, я не знаю, как они правильно называются, если кто-то знает. Вернее, стопудово кто-то знает. Напишите в комментариях. Те очки пилота. Первое выражение лица, он тут улыбается. И есть также второе. Блин. Так сложно одной рукой. На самом-то деле. Вот второе выражение. Тут она такая типа... Вот такая вот Гера Синдула. Кстати, вот это ее первое появление в LEGO. Ранее она, точнее не ранее, а сейчас она выпускается только в большом наборе Ghost новый, который только что вот показали. Но у него цена там 160 долларов, а у нас его в стране пока вообще нет. Так что куплю и сравню. Пока не знаю когда, но обязательно это сделаю. Потому что Ghost у меня старого нет, только вот маленький. Так, ну вот, в микромасштабе. Нажимаешь сюда, он стреляет. Он мне немножко пыльный, надо пыль с полок протереть. Такой вот ГОСТ по функционалу. Вот двигается. Тут как бы стекло, кабина. Тут тоже вот кабина. Это не отсюда должно выглядывать. Тоже так же. Вверх-вниз. Тут спасательные капсулы. Тут как в старом ГОСТе. Двигатели. Блин, а Microfighter на самом деле очень классный. Мне очень нравится он. Плюс ты получаешь сразу такую крутую фигурку. Ну вот, и также ее можно сюда посадить. Ну и все. По Microfighter это все. По обзорам это все. Подписывайтесь. Все ссылки в описании. На этом все. Всем удачи и всем пока.